Всем доброго времени суток. Вашему вниманию представляю Renault Logan 2017 года выпуска, объем двигателя 1,6 литра. Задние дверные карты и заднее сиденье в хорошем состоянии. Передние дверные карты, передняя панель, переднее сиденье также в хорошем состоянии. В комплектацию данного автомобиля входят передние стеклоподъемники, центральный замок, хорошая магнитола Pioneer с разъемом AUX USB, хороший отопитель салона с кондиционером внутри заднего стекла, два подстаканника, розетка 12 вольт. Двигатель находится в запущенном состоянии, никаких ошибок не имеет. Пробег составляет 80 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Трейдин или в Автокредит. Находимся мы по адресу Песочница 48, автосалон столицы. Всех ждем. 1, 2, 3, 4.